А это внутренний двор. Отеля. Здесь тоже находится свой бассейн. У нас батарейка садится. Живой блок С. Блок С. Тут ничего интересного. Sizde 3 faz yok, tek faz var. Вот слева находится ресепшн. А прямо выходим. У нас сейчас аккумулятор сдохнет. Все. Идем к нашему корпусу. Спа, хамам, сауна. Бесплатная реклама вашего спа-центра. Будешь в Ютубе. Дякую, что делаешь нам бесплатную рекламу и даешь нам хлеб. Вот, видишь, как хорошо. Хоть какое-то полезное дело. А как же, надо правду говорить. И спасибо большое, что ты мне очки скоро свои подаришь. Эти нет, привезу другие. Тренажерка. Спасибо.
Судат. Суда принимаю людей по записи, чтобы не было как в общаге. Вдвоем, значит, только вдвоем. Это сауна. Да. Таня, идем, нас скоро потухнет. Да. А вот корпус, в котором живем мы. Вот этот вот третий этаж. Второе слева окошко. Это наше. Ключик у меня. Это наша комната. Сейчас мы поднимемся. Номерок. Вот такой вот ключик. Вот такой. Так мы его прикладываем и заходим. И это наш номер. Вот такой вот скромный номерок. Да. Выйду на балкон, покажу людям вид с балкона. Вот такой вот вид с нашего балкона во всей красе. Впереди видно ресторан главный, который я вам показывал в предыдущем видео. Там ниже пляж. Вот, пожалуй, вся территория отеля Бельпинар, который находится в поселке Бельдиби в 20 километрах от Кемера, не доезжая до Кемера, если ехать со стороны Анталии. Ну, пожалуй, все. До встречи. Пока.